Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как подключить наушники Sony WF-1000XM3 к вашему Android-устройству. К сожалению, просто так это сделать не получится, нужно подключаться только через приложение, поэтому давайте сразу же перейдем к приложению. Для этого вам понадобится приложение Headphones. Можете просто писать Samsung Headphones, и оно сразу же найдется у вас в Play Market. Мы в него заходим, сразу же нам предлагают включить Bluetooth. Мы его нажимаем ОК, включаем. Также просит включить нас геолокацию. Мы нажимаем ОК, потом включаем геолокацию. Потом она говорит нам включить питание наушников. Вы видите, что питание включено, и нажмите кнопку «Далее». Но мы должны открыть кейс в первую очередь и достать оттуда наушники. Давайте сделаем это. Можем оставить их пока что рядом. И дальше снова же нажимаем «Далее». Идет поиск наушников. Мы немножечко ждем. Если индикатор наушников моргает синим, я не знаю, видно или нет, видно, вот. Это значит, что они в режиме сопряжения. И наш телефон должен их найти. Почему-то он этого не делает. Он обнаружил наши наушники и спрашивает, подключиться ли к ним. Мы нажимаем «Подключиться». Идет подключение. Замечательно, можем настроить, но, пожалуй, мы этого делать не будем. Окей. И, собственно, на этом все. Вот мы и подключили наши наушники. Если вас интересуют другие видео, связанные с данными наушниками, смотрите их у нас на канале Hard Reset, а также читайте информацию на сайте hardreset.info. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.